Газета «Политико» сообщает, что российские хакеры в прошлом году получили доступ к тысячам электронных писем сотрудников Госдепа США. По данным газеты, хакеры получили доступ к электронным почтам в Бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии, а также Бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона. На данный момент не установлено, получили ли они доступ к секретным данным. Неизвестно и то, является ли эта атака частью кибервзлома SolarWinds. Хакеры атаковали клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds в декабре 2020 года. В США в этом обвинили Российскую Федерацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова также говорила, что обвинение США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.